Во Владивостоке впервые прошел семинар совещания Федеральной антимонопольной службы России. Первый вице-губернатор поприветствовала участников и отметила, что вопросы закупочной деятельности неразрывно связаны с эффективным и качественным выполнением задач главы государства. Экономика региона развивается, у нас развиваются крупные производства. Вы наверняка слышали, у нас завод «Звезда», который выпускает «Афромаксы», «Ледоколы», у нас строится завод «Завод минеральных удобрений» в городе Находка. У нас строится металлургический завод в Шкотовском районе. У нас зашел инвестор на строительство круглогодичного курорта мирового уровня «Пять морей». Это по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Одна из самых активно развивающихся отраслей региона – транспорт и логистика. Кроме того, ведется активная работа по привлечению инвесторов в Приморский край. Президент провозгласил поворот на восток. И это не слова, это конкретные дела. У нас обрабатывается практически 50% контейнеров российских у нас на территории Приморского края. И, конечно же, логистика, транспорт, все это дает нам и развитие экономики, дает высокопроизводительные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Это же дает нам дополнительные доходы в бюджет. И вы наверняка тоже знаете, что у нас здесь специальный административный район на острове Русском, САР. Таких районов всего два в Российской Федерации. Это Калининград и это город Владивосток, остров Русский. Сейчас у нас очень много резидентов уже в этом САРе регистрируются. Во время мероприятия участники обсудили применение законодательства Российской Федерации о контрактной системе, правила контроля за закупками отдельных видов юридических лиц и другие вопросы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.